выступив по радио со словами благодарности на хорошем русском языке. Всем русским мужчинам и женщинам, которые меня слышат и видят, от всего сердца выражаю мою благодарность за чудный прием, мне оказанный народом и его правителями. Каждой и каждому из вас желаю всего лучшего для его жизни, для жизни ваших близких и вашей страны. Всем вам я говорю, что новая Франция, друг новой Руси, да здравствует Советский Союз, да здравствует дружба России и Франции.